В Китае, в районе города Лапин, можно наблюдать красивое зрелище цветения рапса. Бескрайние золотые просторы стали визитной карточкой города. Каждую весну это явление привлекает сюда путешественников и фотографов со всего мира. В то же время в провинции Гуйчжоу проходит еще один красивый период цветения сливы. Кстати, эта местность славится не только живописными пейзажами, но и разнообразием этнической культуры. Мы приехали сюда специально с целой группой фотографов. Я и мои коллеги поражены видами, которые здесь открываются. Мы уже видели цветение рапса в других местах, например, в провинции Цинхай, и думали, что больше не будем делать фотографии. Но я уверен, что именно здесь мне удалось сделать самые лучшие кадры.